Я хожу, и мне в голове просто мысль. Ты должна сегодня нарисовать, должна рисовать. Я поворачиваюсь как бы к вам, и сразу... В общем, я поняла, что мне никуда не деться, и я рисую. В общем, девушка, которая в кофтик в полосочку, бело-черную, и такой коричневый волос. Я Диана. Эта картина вам. Спасибо. Как вас зовут? Настя. Все? Стоп. Да, вообще, я хочу сказать, про что эта картина и что она обозначает. Мне было сложно вообще понять, что Господь мне пытается объяснить, потому что я видела такую красоту, которую он хотел передать, и он мне говорил, что он считает очень красивой. Вот просто слышала слово «красота», «красивая», что он видит идеальный. Ну, вот такие вот слова были в голове. И то, что Господь хочет, чтобы ты смотрела на него, вот видела, как невеста. То есть, как невеста, которая смотрит на своего жениха, вот, чтобы так же смотрели на него и так же искали. И как бы я попыталась передать на этой картине, и фраза мне понравилась, мне подсказали о том, что... На что смотрим, то преображаемся. Вот, на что смотрим, в то и преображаемся. Поэтому я благословляю этим. И ты скажешь, что как ты услышал, что чувствуешь? Я помолюсь тогда за тебя. Дорогой Господь, спасибо тебе за то, что все идет по плану, Господь, за то, что ты говоришь, за то, что ты показываешь картины, Господь, за то, что ты передаешь, Господь, за то, что Настя, она услышит, что ты хочешь ей сказать, Господь, то, что она поймет это, Господь, или, возможно, уже поняла, Господь. Благодарим тебя за эту ночную молитву, за то, что происходит, Господь, за то, что все молитвы, они услышаны, и мы просто благодарим тебя. Спасибо.